Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня пятница, 7 часов вечера, а значит в эфире розыгрыш призов от редакции газеты «Нарва». Итак, давайте приступим к розыгрышу и сегодня разыграем следующие призы. И первый, и второй, и третий приз сегодня нам приготовили ДК «Ругодив». Это билеты на концерт братьев Ануфриевых. Первый приз – это два билета на концерт братьев Ануфриевых. Второй приз – один билет, и третий приз – тоже один билет. Концерт состоится 16 апреля в ДК «Ругодив». Давайте приступим к розыгрышу. Ну и сначала мы разыграем третий приз. Кому достанется, сейчас узнаем. Третий приз сегодня достается Никулиной Зое, Таллинская, 32. Поздравляем! Теперь мы выберем победителя второго приза. Это один билет на концерт братьев Ануфриевых. И второй приз сегодня достается... Давайте посмотрим. Мошникова Наталья, Кангеласте, 10А. Поздравляем вас, Наталья. Ну а сейчас мы узнаем, кому достанутся два билета на концерт братьев Ануфриевых. И пока я буду выбирать победителя сегодняшнего первого приза, дорогие телезрители, напоминаю вам, пожалуйста, заполняйте разборчивым почерком купоны и вырезайте строго по контуру. Не забывайте, пожалуйста, писать свои полные имя и фамилию. Итак, сегодняшний первый приз достается Прусов Анатолий, Кангеласта, 15. Анатолий, поздравляем вас. Нашим победителям напоминаем, что свои призы вы можете забрать по адресу Кангеласта, 2, 24 кабинет, редакция газеты «Нарва». А также сегодняшний розыгрыш все телезрители могут посмотреть на сайте narvalekh.eu. А мы желаем вам отличных выходных, весеннего настроения, улыбайтесь друг другу, будьте с фортуной на «ты» и удача вам обязательно улыбнется. Всего доброго и до новых встреч!